Приветствую, зритель. И мы продолжаем прохождение SnowRunner Мичиган. Сегодня мы повезем два контейнера грузовых по заказу Хаски. Так, нам понадобится грузовик. Контейнер я с карьера вытащил сюда. И мы тут стоим на... ждем. На американца повезем два контейнера. Я их уже погрузил. Поэтому мы на этом красавце попробуем без приключений довести наш груз. Да, развернуться будет сложновато, но мы постараемся. Да, проблематично, но думаю, мы справимся, не перевернув все это дело. Я, пожалуй, поеду дальше, вон там, где домик, развернусь с этими делами. А то я уроню, и не хочется их заново грузить. Погодка у нас хорошая, время обед практически. И мы вот почти развернулись. Все, мы это сделали. Теперь нам наверх, наверх, еще раз наверх. Давайте на повышенную. Мне надо будет не слишком быстро ехать, чтобы они не сбросились с прицепа эти контейнеры, это они нестабильные. Буду медленно ехать. Не торопиться никуда. Да, для них бы другой прицеп подошел, но он был уже, контейнеры уже на нем стояли. У меня лень было вести новый прицеп, чтобы их там опять
погрузить на новый прицеп, так что поедем с этим. Дождик. Ну, плохо не реализовано то, что дождь на стекло попадает и, допустим, включать дворники. Ну, есть вид от третьего лица, но такой мелочь была бы, но приятная мелочь. Обновление пока не вышло, ждем. Ждем новую карту, новые грузовички. Это тут опасный такой участок, надо помедленнее пройти. Очень опасно. Все обошлось. Вот еще один такой непростой участок. Ну, тоже без проблем. Так, надо не разгоняться. Сейчас чуть не потерял эти контейнера. Ехал бы от первого лица, я бы даже не заметил, если бы они отстегнулись бы. Если что. Ну, неплохой такой американец. Неплохо едет, правда. Модулей у него нету. Только вот этот кузов и все. Ну, можно прицеп цеплять. Это хорошо. Со скоростной коробки передач он довольно-таки быстрый. Ну, недостаток у него то, что у него 200 литров бак всего лишь. Вот мы уже почти приехали. Тут мы сможем заправиться, если что. Trailbox. Warehouse. Отлично, теперь можно продать этот прицеп, он нам пока не пригодится. Заправиться, отремонтироваться, и отсюда же мы повезем металлические балки в карьер.
Можно прекрасно купить прицепчик, заправиться, отремонтироваться и продать его. И дальше в путь, так сказать. Ну ладно, 4 единицы. Ни о чем. Как шлифует, а буксует. Ну конечно, без этого было никак, да? Ладно, нам поможет КамАЗ наш. Только подниматься наверх на нем. Вот, блин. Сейчас мы быстро убьемся. Убьем подвеску и так далее, но мы подавимся быстренько. Блин, как так-то? Я, может, на КамАЗе отвезу, скорее всего, в карьер. Железные балки. Металлические. Переверну его и сам на КамАЗе поеду. Надо будет заправиться. Отечественный автопром как? Никак. Вот мы колесо оставили, да? ЗП-ски у нас нету. Ну ладно. Без одного тут мы как бы справимся. Не страшно, там наверху починимся и колесо поставим. Что там на спидометре у нас? Он не едет 20 километров. Вот на повышенном 35 жарит, 40 даже. Это хорошо. Если поставить на просто, обычно, то он будет медленно ехать. Уже 20 километров на первый переключился. Вот говорим пополам, а на повышенное, опа. И летим только в путь. Великолепная грузовичок наш. Елочки, красота, горы. Нравится мне Мичиган, красивая. Тут еще дамба красивая. Все красиво, все нравится. Ну, вот уже мостик проехали, уже почти на месте. Только мы отремонтироваться-то не сможем, потому что у нас есть кран, а кран нам не дает ремонтироваться. Мы не можем брать с собой на прицеп ничего. Ну ладно, американцы тогда цепанем, и он прикупит модули
ремонтный, и мы как раз починимся да заправимся. Ну, давай на обычный езжай, друг. Как раз утро поставим, чтобы было светло, а не по ночи мы катались. Хотя можно как-нибудь там пару миссий ночью пройти как-нибудь. Но ночью-то вам тут особо ничего видно не будет. Блин, вот надо было так перевернуться. Не вовремя все. Бабах, еще почти подвеска уже ушатана. На нем повезти, наверное, на нем повезу. Сейчас только подъедем туда, отремонтируем наш КамАЗ, потому что мы сами не можем отремонтироваться. Так, раз и 6 утра. Давай, друг, гони. Так, ремонт есть, заправка. Есть, отлично. Ну, на этом КамАЗе мы, скорее всего, поедем на остров Даймонд, прямо отсюда. Вот тут же проход вот здесь есть. Не Даймонд, а Драмонд, да? Мне как показалось, что это Даймонд, но Драмонд, ладно. Так, давайте сразу второе задание, чтобы было видно, что мы везем. Карьер, металлические балки, потом расходники и бетонная плита, две штуки. Тут, думаю, уже и от первого лица прокатиться. И так все хорошо видно. Только второй раз не перевернуться, и все будет хорошо.
Блин, у него спидометр не вот справа, что ли? Да, справа спидометр. Не едет совсем. Не едет он. Ну, хотя мы же не болит, чтобы гнать тут прям. Нет, 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 нам падать отсюда никак нельзя. Стой, 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 палочка через лобовуху к нам попала и выпала, прикольно. Чуть-чуть. Ну, первого лица, конечно, хорошо, но так, обзор больше. Так, мне нужен отметить, где спуск в карьер, вот здесь вот. Можно проехать, забыть. Что могу сказать, неплохой грузовичок, если его прям не раскочегаривать и резко не поворачивать. В принципе, пойдет, да, неплохой. Не-не-не-не-не-не, друг. Нам так, таких финтов не надо. Вот мы уже приближаемся к карьере. Ну хотя еще тут нормально ехать до карьера, в принципе. 200 метров. И до поворота. Там главное спуститься без приключений в этот карьер. А бетонную плиту я не знаю, мы на нем повезем, наверное, к дому проповедника. Скорее всего. Тут же рядом плиту брать надо. Да, это все классно, но вот по таким вот ухабам, кочкам, камням мы перевернемся на раз-два. Такой валунчик покатился. А, не, без проблем. Нормально, главное не торопиться. Так, расходники и плита. Плита отсюда. А, тут у нас же стоит Ворон Грант, который. Ну, на нем и повезем. Чтобы разнообразить. А этого друга в карьере оставим.
Да, надо дифференциал на ровной поверхности здесь, по крайней мере, на нем отключать. Так, бетонная плита, две штуки. Две штуки, да? Все правильно. Значит, нам нужен прицеп. Как раз отремонтируемся и подзаправимся. Ремонт. Отлично, давай подадим. И нам нужен прицеп. Ну, на таком мы не повезем, наверное. Четырехколесном. Такое пойдет. Давайте сразу развернемся. Станция обслуживания, это куда? А, это дальше нашего гаражика. Красота на дамбе. Красиво. Красиво, да, у нас Мичиган очень красивый. Ну, он после потопа типа, но все равно красиво. Дороги нам не нужны. Всегда срезаем. Если есть такая возможность, почему бы и нет.
Вольф гриб. Мы уже почти на месте, буквально несколько метров. Восхитительно. Расходники нужны к дому проповедника. Где этот домик у нас? А домик у нас вот здесь. Вот там можно разогнаться неплохо. Нам прицеп, наверное, не понадобится. Это мы его в нашем гараже сейчас быстренько сбросим, продадим и полетим на нем же на ферму. Бензина мы чуть-чуть потратили, буквально. Нет. Все нормально. Тестировал немножко машинки, немножко перевернулись. Может, на нем мы и поедем, да? Все на разном. Тоже вот три любимых трака моих грузовичка. Вот. Тайга, ворон. И вот это тоже как-то он ворон же. Да. Так, Урал, Урал Next и. Я не помню, как он. Тайга, кто это у нас? Ну и главное, все они три отечественного производства. По крайней мере, в этой игре они гораздо лучше смотрятся, чем американские, как говорится, друзья по цеху, коллеги. Можно на повышенной вообще не запариваться, просто вот. Едь, летишь и все. Так, это нам назад пойдет. Ехать надо. Отлично. Смотрятся они так брутально. Нравится, нравится. Давай, газуй. Жми, дружище. Просто не запариваешься, не застревает ничего, все отлично. Кабина у него классная тоже. У Тайги вот этот монитор слева в углу висит, бесит, который меня. И на капоте этот выступ тоже, ну, такое.
Немножко обзор загораживает, а вот у него вообще суперский. И так же как Урал Next тоже у него. Хорошая кабина, мне нравится. Обзор хорош. Все как надо тут. Так, я походу поворот проехал, да, Чуть задумался, ворон засчитался. Сейчас мой любимый участок. Ну, не считая тот, который на Аляске, там, аэродром. Тоже прикольно, но здесь тоже можно дать газку и расслабиться немножко. 60 летим. Неплохо, можно и побыстрее, конечно. На определенных грузовиках. Сделали это. Ну что, что нам осталось? Это мы сделали. Доставка в порт. Буровое оборудование нужно. А оно берется в соседней локации, да? Вот одно осталось. Ну, доделаем по бочке, и там, может, потом повезем это оборудование. Ну что, всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.